У нас вопрос от Остина Слейтера. Он спрашивает о упражнениях на кисть. Делаешь ли ты статическое удержание, повторы, а также его интересует, сколько повторов надо делать и сколько по времени статическое удержание. Итак, для армрестлинга моя любимая вещь, когда я думаю о пике силы, это статический подъем. Типа этого. Вот это мой толстый гриф. Это замечательная вещь для кисти. Я делаю статический подъем с пола. Если я могу оторвать от пола, контролируя, это считается один повтор. Я делаю повторы этого упражнения, но когда приближается турнир, я добавляю большой вес и делаю на один максимальный повтор. Иногда на два повтора. Однако одиночный подъем, статический подъем с пола очень важны. Вы можете выполнять похожие упражнения на удержание. Просто поднимаете и удерживаете. Весь стресс ложится на кисть. Очень похоже на нагрузку, которую вы ощущаете, когда боретесь в крюк или защищаетесь от верха. Я делаю повторы. Это упражнение хорошо влияет на кровообращение. Что-то типа этого. Повторы делаем быстрые. И еще упражнение на столе с блоком и с ручкой. Что-то типа того. Работаем на нужные углы. Почти то же давление на кисть, что и в упражнениях выше.